Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о породах кошек, которые отлично ладят с детьми. Многие родители задаются вопросом, как выбрать кошку, которая будет ладить с ребенком. Действительно, далеко не все питомцы славятся миролюбивым и ласковым характером. Однако есть несколько пород мяукающих, которые будут рады проводить время с ребенком. Какие? Сейчас расскажем. Абиссинская кошка обладает дружелюбным характером и прекрасно ладит с детьми. Представители породы активны и любопытны, поэтому всегда рады поиграть с ребенком. Абиссинец с удовольствием будет вместе с малышом исследовать квартиру, бегать на перегонки и придумывать очередную шалость. Более того, эта кошка славится своим терпением. На детскую атаку питомец не будет отвечать, он просто спрячется в укромное место. Мейн-куны – еще одни кошки, которые отлично ладят с детьми. Представители породы обладают терпеливым и спокойным нравом и к детям относятся очень трепетно. Мейн-кун будет тщательно охранять малышей, а детей старшего возраста с удовольствием поддержит в игре. Добрые, ласковые, спокойные рэгдоллы – идеальные питомцы для детей. Представители породы обладают терпеливым характером и совершенно не склонны к агрессии. Однако перед тем, как завести рэгдолла, важно объяснить ребенку, что с питомцем нужно играть осторожно. Представители породы – хрупкие животные. Эти кошки не умеют группироваться, поэтому для них может быть опасно падение с высоты. Канадский сфинкс – замечательный питомец для семьи с детьми. Эта кошка не только обладает прекрасным характером, но и является гипоаллергенной. Представители породы общительные и активные, при этом совсем не агрессивные. Считается, что в процессе разведения психически нестабильные особи были отбракованы, и сегодня сфинкс – одна из самых дружелюбных пород. К тому же сфинкс легко уживается с другими животными, будет чувствовать себя комфортно, даже если в доме есть собака. Британская короткошерстная кошка известна своей сдержанностью и независимостью, но только не в отношениях с детьми. Представитель породы с радостью поучаствует в детских играх. К ребенку британец привязывается сильнее всего, и поэтому с неподдельным интересом и преданностью будет проводить с ним время. Таков наш топ-5 пород кошек, которые отлично ладят с детьми. Если вы ищете себе питомца, который бы стал для вашего ребенка другом, присмотритесь к перечисленным породам. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!